Что? Что объявить? Ты же сейчас. Начинается первая полуфинальная встреча. В полуфинале встречается Евгений Талов, город Днепропетровск. Его соперник Артур Пивченко, город Запорожье. Встреча проходит до 6 побед. Удачи. На 3-4 разыграем право первого удара. 3-4. Тур выбирает. Евгений, ваш разбор. Добрый день всем телезрителям, кто сегодня нас смотрит в прямом эфире. Мы начинаем первую полуфинальную встречу, которая проходит в рамках премьер-лиги Буффало. В ней встречаются Артур Пивченко, город Запорожье, и Евгений Талов, город Днепропетровск. Если кто присоединился к нашей трансляции в этом первом полуфинале, объясню, что мы играем по правилам пирамиды Баффало, так называемая игра. И в ней есть несколько нюансов. Мы о них будем подробно по течению встречи разбираться. Самое главное – это то, что встреча проходит со свободным разбоем, что вы уже смогли заметить, если кто следит за изменениями в бильярде, и с усложненным отыгрышем. Отыгрыш у нас, в отличие от спортивного, не борт перекат и два борта на одной половине, а два борта и перекат через линию середины в каждом ударе обязательно. Ну, кроме исключения, это вот случаев, когда спортсмен атакует лузу. Как понять, происходит атака или не происходит? Есть отметки на бортах в районах лузы, и если шар попадает между этими отметками, то это судья фиксирует атаку лузы. Ну вот, первый неудачный удар со стороны Евгения Талова. В принципе, пока еще позиции нужно раскрыть. Это тоже один из нюансов этой игры. Позиция закрыта. Для того, чтобы сделать 8 ския, но, тем не менее, проста для того, чтобы ее раскрыть. Вот сейчас Артур попытался разбить, не получилось, и уже позиция усложнилась. Ну, а комментировать, если кто смотрел или кто к нам присоединился, буду я, Петраш Сергей и Руслан Криненко, журналист журнала ЛЛБ, я так сейчас понимаю, бывший журналист журнала «Бильярд Спорт», кто его помнит по этому бильярдному сайту. Вот. Ну и знающий в бильярде человек, помнящий все игры за историю бильярда и знающий очень много статистики. Всем добрый день. Единственное, да, Сережа, как всегда, мне так цветисто и преувеличенно представил. На самом деле, бывший действительно редактор журнала «Бильярд Спорт», я думаю, многие знали такой сайт, и нынешний редактор Лиги любителей бильярда. О бильярде, естественно, знаю я не все, но кое-что помню, в частности, о том, что встреча Артур Пивченко и Евгений Талов, скажем так, одна из разновидностей украинского классика, если можно так выразиться, используя испанскую футбольную терминологию. Игроки, которые на протяжении многих лет входят в число ведущих бильярдистов Украины вместе с Ярославом Терновецким, с Александром Паламарем. И, кроме того, бильярдисты, которые постоянно участвуют в премьер-лиге Буффало. На счету Артура Пивченко 4 победы за все годы премьер-лиги. На счету Евгения Талова 1 победа. И Артур у нас занимает 2 место в рейтинге следом за Ярославом Терновецким.
Да, игра развивается очень бурно. Одна ошибка, и мы видим, как Артур раскручивает партию, раскрыл позицию, и вот уже теперь последний заключительный шар остался Артуру для победы в первой партии. Я думаю, здесь уже не будет проблем для Артура забить этот шар. Удобная позиция. Да, 8 ския можно зафиксировать партия в статистическом журнале. Вот, да, сложно будет Евгению Талову по первой партии, потому что видно, что Артур в хорошей форме. Недавно он вернулся с чемпионата мира. Я уверен, что он очень тщательно и основательно к нему готовился. Форма не должна еще спасть или упасть, правильнее сказать. Поэтому для Евгения Талова будет сложнейший матч. Ну, а выиграл перед этим Евгений Талов. Сейчас нам Руслан расскажет, у кого... Евгений Талов выиграл 6-2 у Дмитрия Осипенко. Кстати, это бывший пулист из родного города Артура Пивченко, Запорожье. А в следующем круге выиграл еще одного бывшего пулиста у Евгения Новосада. Да, у своего земляка и игрока, с которым, в принципе, Талов знает. Да, знает Талов и Новосад знают друг друга с детства, там буквально с 9-10 лет, когда они вместе начинали заниматься бильярдом в легендарной в свое время школе «Русская пирамида», из которой вышли такие ребята, кроме Талова и Новосада, как Костя Кулик, Артем Моисеенко. Это одно поколение, 88-89 год рождения. Нужно сказать, что Евгений Новосад на сегодняшний момент является действующим чемпионом мира, но вот только есть нюанс в комбинированную пирамиду. Это игра одним шаром. В игре одним шаром есть определенный нюанс. Ну, скажем так, есть нюансы в игре одним шаром, в игре двумя шарами, но в принципе суть в том, что Евгений Талов в принципе в последний год-полтора стал меньше играть, меньше ездить на турниры, упали его результаты. Руслан, вот сейчас мы видим. Если мы будем, я чувствую, в этой игре встречи разговаривать об истории, мы не успеем поговорить об игре. Потому что игра у нас очень бурно начала развиваться. Но, кстати, это один из таких фирменных стилей Артура. Он может просто на одном дыхании провести встречу. Мы помним феноменальную просто встречу Артура и Александра Паламаря, которая просто проходила в мегаритме и в таком гиперактивном стиле. Вот, ну, позиция закрылась. Да, Артур попытался разбить пирамиду, не получилось. Перед этим начал свою серию с очень агрессивного удара в середину своего с разбитием. Был заход снова на 8 ския, но, правда, не получилось. А вот вроде бы есть ситуация, сейчас просматривает Артур. Да, есть позиция, оказывается, сложная позиция. Артур не будет останавливаться, мы уже видим по его такой заряженности на то, как вести игру. Промах, ну, я скажу, что Артур просто заранее уже себя настроил на ведение игры вот в таком ключе, и промахи его в этом плане даже смущать не будут. То есть таким образом он пытается надавить сразу же на Евгения Талова, захватить психологическое преимущество в этой игре, ну и довести игру, соответственно, вот в таком же ключе номером один. Но я думаю, что слишком себя настраивать на такую игру Артуру не приходилось, потому что это его обычное состояние, обычная игра, очень атакующая, очень резкая. Многие считают практически идеальной техника у Артура. Поставлен удар, и не впервые ему играть первым номером, атаковать. Да, вот скажем, и сразу сказалось, мы видим простой шар, практически прямой шар, и Евгений промазал, сорвал удар, то есть вот... Ну все, это уже партия, видим, да. Автовыход вообще автовыход. Идеальный, это 2-0. Ну, теперь у нас единственный вопрос. Сможет ли Евгений вот отойти от такого темпа и в какой партии он проявит свое мастерство? Ну, уже, если мы сейчас видим позиция на 2-0, то Евгению как в следующей партии это сделать, уже, наверное, отступать будет очень опасно. Но я в связи с этим вспоминаю встречу в Харькове, премьер-лиги Буффало прошлого года, когда Пивченко показал идеальный
практически бильярд и выиграл со счетом 6-0 у Жени Талова. Да, кстати, это очень была интересная игра. И Артур, вот я вспомнил с Александром Пономарем, и была игра с Евгением Таловым. Даже, может быть, она меня Пивченко почему-то натолкнула на игру с Александром Пономарем. Я правильно помню, они тоже играли, да, Артур Пивченко и Александр Пономарь? В Харькове? Да, в Харькове. По-моему, да. Да. По-моему, да. Да. Я сейчас вспоминаю. Да, это такой еще матч интересный был. Такая была открытая игра. Везде была атака, забивали. Если меня не изменяет память, Артур тогда одержал победу. Вот, кстати, один из ключевых моментов. Сложнейший шар мы видим. Артур забивает. Прямой подбой в пирамиду. Прямой подбой, потому что... Ну, иногда игроки используют борт, очень часто, кстати, потому что прямые подбои сложны тем, что резко должна стоять именно направлена в пирамиду, вот, а зачастую с дальней половины или с подлузы пирамида подбивается с использованием борта. Ну вот мы говорили о том, что стиль Артура Пивченко ярко выраженный, атакующий. Что касается Жени Талова, то, наверное, когда он в форме, особенно это хорошо видно, такой максимально сбалансированный стиль, то есть прекрасно себя чувствует в атаке, естественно, очень техничный игрок, но в то же время тяготеет и к позиционной борьбе, скажем так, но наиболее такой правильный стиль, такой близко к идеальному Талову. Да, Талова. Классический стиль. Да, но дело в том, что я уже говорил, где-то последний год Женя стал меньше играть, не играл он в этом году ни на чемпионатах мира. Я могу отметить, не проходит это, сейчас сборную Украины. Я могу ответить это с тем, что очень мало турниров сейчас проходит в Украине, и тяжело держать форму, не играя, не поддерживая вот такую игровую практику. Ну, вообще, на самом деле, я в бильярде чуть меньше тебя, скажем так, около 7 лет занимаюсь бильярдной журналистикой, и могу сказать совершенно точно, что этот год для бильярда был самым тяжелым. И я думаю, долго думать, почему нам не приходится. Да, и не только этот, могу отметить, что и предыдущий, если брать именно призовые фонды, которые формирует федерация, они просто мизерные. То есть спортсмены потеряли возможность именно заниматься профессионально, играя только в Украине. То есть те спортсмены, которые имеют, допустим, спонсорскую поддержку, имеют возможность выезжать, в частности, проводится большинство турниров с крупными призовыми фондами в России, вот те еще спортсмены поддерживают свою игровую практику. А вот если брать только мероприятия, которые в Украине проводятся, то даже сравнивать с 2000 годом, там, даже с 97-м, с 98-м даже не приходится. Даже в те годы бильярд в Украине по призовому фонду был развит намного выше. Но я имел в виду даже, кстати, сейчас не состояние в украинском бильярде. Все-таки этот год был... В нашей стране было далеко не до спорта. Да, я понимаю, но я имею в виду даже и 2010-й, 2011-й. Прекрасный удар Артура. Вот эти года, они тоже проигрывают 99-м, 2000-м, там, вот этим годам. Ну, даже, скажем, в России, где всегда были деньги на бильярд, я скажу просто для наших зрителей, главный спонсор Российской Федерации, компания «Газпром», которой уже к концу года стала не совсем до бильярда, я думаю, что это явление будет только нарастать, а факт остается фактом. Ну, в этом году игре. Стало намного меньше турниров, упали призовые фонды. Да, вернемся к игре, не будем о такой теме грустной. Вот Артур снова у нас на позицию вышел. Снова позиция практически уже видна, просматривается на партию. Отличный выход, хоть и не получилось, мы видели хорошо с камеры по прямой провести, но зато шар вышел на разбитие оставшегося кластера. Сильнейший сейчас будет удар. Да. Пирамида разбита, просто идеальная игра. Как есть фильм, да, «Идеальный шторм». Что-то типа того, да. Так вот, может быть, у нас есть торнадо, а может быть, мы Артуру дадим шторм. Но я скажу, что... Такое прозвище. Характерно для игры Артура, если он в форме, если у него пошла игра, то он просто катком идет по соперникам. Я в связи с этим вспомнил
прошлый год турнир в Перми был именно по игре по правилам премьер-лиги «Буффало». Проводили турнир, самый как раз крупный в истории по этим правилам. Тогда был призовой 500 000 еще тех рублей, которые были по 30 за доллар. И Артур выиграл турнир, причем в таком совершенно потрясающем стиле. 8-0 с Виджаем Дрангоем и 10-1 в финале с Юрием Пощинским. Знаешь, я тебе скажу, что у нас, по-моему, сейчас полуфинал идет в районе 10-15 минут, да? Ну, сейчас я тебе скажу, мы начали где-то 20 минут у нас идет матч. Что-то у меня такое ощущение, что мы за час не выйдем. Все может быть. Это как в боксе, когда во втором, в третьем раунде нокаут. Примерно у нас та же самая ситуация. Ну вот, кстати, один из минусов в игре Жени Талова, в принципе, много сказали о нем хороших слов. Но вот один из минусов, бывает, плывет Женя, если с самого начала не задалась игра. Может просто даже не брать перерыва, просто как бы проиграть. Руслан, а где ты видишь Женю здесь? Я вижу минусы его игры, да? Да, где ты видишь Женю и где он плывет? Ну, я говорю о том, что, допустим, можно сейчас, вот, скажем, можно было бы сделать здесь, ты, на мой взгляд, правильно взять перерыв. Но вот характерно для Талова, что если он бывает проигрывает, он не берет перерывы. Ну, сумасшедший шар. Уходит. Вот сейчас нам показывают. Мы пропустили своими комментариями вот этот шар. Вот, ну, шар просто сумасшедший. Сейчас вспоминаем Ярослава, сколько он промахнулся этих шаров. Вот, кстати, Евгений Талов понимает, что сейчас просто полуфинал проходит без его участия. Не получается зацепиться, а Артур идет на каждые шары, и у него просто абсолютно все получается. Вот, кстати, я выходил. Скажи мне, пожалуйста, предыдущую партию, которую Артур разбивал. Он нет, все тактические, все, да? Тактические разбои. Здесь даже опять мы видим, вот игроки этого уровня даже и не помышляют о активном разбое. Мы очень много обсуждаем тему активного разбоя в спортивном бильярде, что и существует правило 3 белых шаров по борту. То есть после вашего разбоя должно быть касание 3 белых шаров по борту. А это само по себе подразумевает, что вот тактически вот так разбить просто невозможно. То есть игрока правилами вынуждают атаковать с разбоя. Атаковать с разбоя – это максимум 50% успеха. Получается, что весь спорт сводится к тому, что вам нужно делать изначально удар, который не выше 50%, а в случае неудачи приводит сразу к проигрышу партии. А вот, по-моему, первая ошибка от Пивченко в этом матче. Да, такая. Несвойственно видеть Евгения сейчас на ударе, на позиции этого матча. Ну что, можно, конечно, попытаться на сильном ударе. Надежде вырезать своего. Именно это он и будет сейчас делать. Да, чтобы на пирамиду его направить. Вот, но удар уже изначально понятен был, что отскок с такой тонкой резки своего, такое новое понятие какое-то придумал, резко своего не давало возможности сильно подбить пирамиду и направить в эту сторону чужой шар. Поэтому Евгений, конечно, надеялся на более удачное соударение. Вот сейчас приходится уже по факту отыгрываться. А вот мы видели сейчас на жилете на спине у Жени ШБМ Днепр. Расшифровывается «Школа бильярдного мастерства Днепр». Открыл он ее в Днепропетровске вместе со своей супругой, тоже известной бильярдисткой Натальей Науменко. И тренирует детей. Я думаю, что в скором будущем будут бильярдисты, будут ученики юные. Это Жени Таловой и его сестры. Ну, у его же, прошу прощения, жены, да, не зря я ошибся, потому что вообще из такой из бильярдной семьи Женя, у него есть брат, всем хорошо известный, Артем Талов, который тоже на очень приличном уровне играет в бильярд и тоже женат на бильярдистке Татьяне. Да. Передадим привет всему городу Днепропетровску и именно семье Евгения Талова. Да, но на 4 бильярдистах в семье Таловых дело не ограничилось. Играет также достаточно прилично отец Жени. Да, среди ветеранов. Среди ветеранов Петр Талов. Так что вот 5 человек играют в семье в бильярд. Самый сильный, самый известный, это, безусловно, Женя Талов, чемпион Европы. Ну, я думаю, что если мы проведем турнир среди семей, семейный, то вот Евгений
Евгения, семья Евгения Талова будет одна из лидеров. Ну да, причем они могут выступать в разных разрядах, и в мужской паре, и выставить несколько микстов, и команды. Да, вот, кстати, сейчас я слышал, по-моему, в Тернополе будет турнир, такой формат, один ветеран, один юноша и один взрослый. Нет, вот. Не слышал. То семья Таловых может заявиться. Но, правда, у Евгения есть сын, он еще, конечно, до юноши не дотянул. Ну, я думаю, дотянет. Ну, вот. В категории пьюпилс, как говорят пуловским языком. Да, ну, по крайней мере, два участника набрать могут точно, еще и даже замену. Ну, Артур Пивченко также у него, его подруга, всем известная бильярдистка Жанна Шмаченко. Я думаю, сейчас Жанна смотрит эту игру. Ей привет. Мы уже тогда передадим всему Запорожью. Кстати, к слову, я тоже вырос в Запорожье. Ты тоже вырос в Запорожье, так что привет Запорожью, который дал украинскому бильярду Сергея Петраша премьер-лигу Буффало, Артура Пивченко и еще ряд известных игроков, знаменитого ветерана Григория Химочку. Ну что, Артур вроде бы намеревается сыграть просто космический шар свой от пирамиды. Это просто такое, скажем... Причем близко попал. Да, очень близко. Причем на языке бильярда это такое было сравни безумству. Это шар, он абсолютно не игровым считается в игре всеми шарами. То есть это откровенно провокация Евгения и какой-то такой даже показательный удар. Ну, Талов обязан забирать эту партию. Да, вот красивые два штаны. Падает. Попал даже точнее, чем хотел, но, конечно... Да, Евгений рассчитывал на то, что шар остановится в районе лузы, что даст некое продолжение. Но, тем не менее, есть позиция, вот хороший нам. Далее ракурс. Кстати, вот в первой партии Евгений попроще даже шар смазал. Не, вернее, во второй, да, когда была возможность сравнять. Да. И вот сейчас уже поувереннее. Отлично. Еще один удар. 7 шаров объявляет судья, поэтому сейчас уже можно не сосредотачиваться на размере, не сосредотачиваться на том, чтобы сделать продолжение и просто закончить эту партию. И эта партия будет, по-моему, не с кия, да, я так понимаю? Нет, не с кия, с 3 шаров начал Женя. Да. Ох ты. И 4 закончил. Да, но еще не закончил. Ну, я имею в виду, закончил серию, но... Я имею в виду, не закончил партию. Не закончил партию, да. И, кстати, мы знаем, что Артур мастер забирать вот такие партии. Хорошо он владеет своим шаром, который остается после забития на столе. Вот сейчас отличная позиция перевести на другой угол и получить... Хорошее продолжение, да. Есть выход. Видим, шар практически, по-моему, идеально идет. Ну, контроль битка просто изумительный. Да. Есть, ну, чуть-чуть маленькая помарка и дает возможность подбить вот этот кластер с 3 шаров. Сейчас Артур рассматривает, будет подбивать или продолжать, может быть, иметь возможность в эту лузу. Наверное, нет, подбивать, да. Подбивает, чуть-чуть не хватает. Ну, да, непонятно. Это, ох, непонятно. Это очень стал перспективно. Под свояка. Да, это теперь... Разбив этот кластер, смотрите, он получил позицию и в угол, и вот сейчас сюда еще один шар поднимается. Теперь у нас практически нету проблем на столе. Вот левый еще шар выше левого угла, там, ну, скажем, у него такая немного пассивное положение, но тем не менее сейчас хороший чужой. Его можно и на другую половину перевести. Да, скорее всего, на другую половину будет вести в угол по диагонали, Артур. Срывает чуть-чуть срывает. Вот нужно было нижнего больше, но тем не менее все нормально. Шар даже выходит, даже отлично выходит. Да, он, конечно же, намеревался именно в лузу поставить. Не хватило немного нижнего, но, может быть, Артур сразу предусмотрел, что сама постановка чужого была вот в таком положении. Сейчас свой несложный. Да, играется свой, но вот позиция закрывается.
Не хватило вот этого выхода, если бы шар... Да я бы не сказал, что она сейчас закрыта. Ну, она закрывается, я же не сказал, что она закрылась. Вот, что если... она закроется, да? Да, или закроется, но уже немного стало пассивнее. Вот остался один шар через практически всю половину стола. Такая среднедальняя дистанция. Хороший выход в угол есть сейчас на мощном ударе. Да, есть. Ну, даже Артур на середину повел. Да, даже... Ну что, если он дотянул, а очень вытаскивает под свояка. То сейчас после забития своего как раз будет перевод на ту сторону, и это уже даст завершение. Но это будет просто такой очень сильный. Ну, если не губка... Губка и удачная губка. Посмотрите, как сложилось у Артура. Ну, это партия. Это партия, это просто Артур смеет. Ну, такое, да, уже все складывается. Ну, наверное, один из самых красивых моментов в бильярде это 8 я со счета 0-7. Да, и зрители всегда любят. Да, это. Но мы уже даже не сомневаемся, что шар будет забит. Я думаю, Артур сейчас выложится полностью, да. Да, это 4-0, ну браво. Да, здесь не без удачи, но 8 я со счета 0-7. Да, здесь сорвал аплодисменты. Просто, ну, перерыв Евгений Талов, 5 минут. Просто космический только что партию сыграл Артур Пивченко. Мы его поздравляем. У нас 4-0 и перерыв. 4-0 за полчаса перерыв. Начинал Женя. Начинается у нас пятая партия. И как будто снова, не было перерыва, снова да, устала снова Пивченко. Атаки у Артура. Вот, ну, здесь одиночный шар. Не было даже возможности у Артура иметь продолжение с этого. Ох, я бы не говорил о продолжения. Не, ну, я имею в виду с той позиции. То есть эта позиция как стояла, так и стоит. И никакого отношения она... тому шару не имеет. Вот. Но это, по-моему, сейчас будет удар на партию. Да, это удар на партию. Мы уже неоднократно... Да, но это и это уже... свояк выпал, да. Я уточняю. Да, это свой шар, это чужой, это штраф. Свой штраф, смеется свой штраф, Артур. Да, свой штраф. Ну, вылейте просто... Такой новый термин, свой штраф. Для... Ну, свой-штраф. Да. Для наших зрителей объясним, что вылетевший чужой шар мы не штрафуем, а вылетевший свой штрафуем. Так что... Да, и также сделаем такую поправку. Данное правило введено для такой некой корректности. То есть оно даже носит временный характер, потому что все-таки русский бильярд находится в фазе модернизации. Вот, и очень часто, играя чужой шар, сама резина на бортах или чуть-чуть может выкинуть шар за стол. Поэтому вот для начала приняли такое решение, что именно за чужой вылетевший мы не будем штрафовать, а вот уже видим свой вылетает только по вине спортсмена, и тут, как говорится, уповать... кроме как на самого себя, не на что. Ну, сейчас надо, конечно, Жене собраться, провести... Да, ну... Так, я молчу. На этом я умолкаю свою фразу, не буду даже заканчивать, потому что вы все видите сами. Ну, на самом деле, когда ты сказал слово «собраться», я уже понял, что это очень тяжело сделать после вот таких 4 проведенных партий. Не знаю, здесь сейчас уже все вообще в руках у Артура. Может... Вот, похоже, у нас сейчас небольшая ошибочка на табло. Дело в том, что Артура был штраф, но он выставил шар с полки, у него был один забитый, поэтому сейчас счет уже стал 1-1. Да, вот исправили. Сейчас. Да, моментально реагируют наши режиссеры, большое им за это спасибо.
Ну, честно говоря, мне жаль сейчас, что ошибся в очередной раз Женя Талов. Хотелось в этом матче посмотреть борьбу, а судя по всему, мы ее можем так и не увидеть до конца матча. Да, судя по предыдущим партиям, у нас полуфинал может закончиться абсолютно без интриги, и партия, скорее всего, пятая уже на столе для Артура. Да, здесь сейчас очень простую позицию для себя Артур создал, даже можно сказать руками Евгения, дав ему раскрытую позицию и вернув ее себе через ошибку Евгения. Но это тоже, кстати, расчет. Очень часто вот такая сильная игра, агрессивная, не дает вашему сопернику почувствовать уверенность, постоянное давление вот такими позициями партионными. Ну, мы же говорили о том, что Пивченко, если набирает форму, может играть очень сильно, очень атакующе. И вот я вспоминаю несколько лет назад, когда еще не было премьер-лиги Буффало, в этом же клубе был сыгран матч в московскую пирамиду, то есть одним шаром. И Артур выиграл у Ярослава Тарновецкого со счетом 5-0 за 40 минут. Такой один из самых малореальных матчей, которые я видел. То есть просто забил все в московскую пирамиду и очень быстро. Наверное, вероятно, самое такое крупное поражение было Ярослава вообще в его карьере. Ну что, 5 шаров и 2 позиции имеет еще Артур. Такие простые, что даже не нужно стараться делать продолжение. Вот сейчас первую позицию, да, скорее всего, с нее нужно было начинать. Простой перевод. И это уже 5-0. А хотя вот шар, ну нет, все-таки не лег на борт. Продавливает этот шар. Да, есть зазор. Сейчас Артур пробивает этот шар. И последняя позиция, которую он уже рассматривал, может быть, даже он так и рассчитывал с нее шаров закончить. Вот. Он уже до нее дотягивается, эта позиция, да, уже им была рассмотрена. Тем более сейчас просто на забитие. Это 5-0. Партийский я очередная. 5-0, 40 минут. Общий счет встречи 5-0, Пивченко. Меньше 10 минут. Сколько было партий с Кьяо Артура? Получается 3 или 4? Вот у меня. Мы спорим, Женя. Такой... А вот тот удар, который Артур сделал, и Евгений не воспользовался. Может быть, он даже хотел закинуть шар. А вот, кстати, вопрос к тебе. Объясни зрителям, если сейчас после такого баскетбола шар бы упал в луз, он был бы засчитан? Ну, здесь все-таки есть один нюанс, что Артур уже самим деревом подкинуть шар, угу, только наклейкой невозможно. То есть уже участвует само дерево в ударе. Поэтому здесь штраф был бы однозначно. Упал бы этот шар или не упал, или то бы это остался... Это было бы квалифицировано как пропих? Нет, это было или бы квалифицировано касание, как касание шара деревом. Угу. Не наклейкой. То есть мы говорим, что касаться можно именно только наклейкой шара. Ну, это такие тонкости. Я даже скажу, что сейчас правила мы немного приостановили, вот именно подготовку всех этих нюансов. Некоторые нюансы мы просто знаем, как они в общих положениях есть. И я думаю, что вот сейчас уже начав с этого проекта, с телеканала Миксспорт, это отличный выход. Вот, кстати, это вот удар как раз и в стиле Евгения. На таком мягком ударе разыгрывать всю позицию. Так вот, я думаю, что мы уже пропишем все вот такие самые мельчайшие детали в правилах, где можно будет с ними ознакомиться. Ну, пока сейчас Женя Талов у стола, я вспоминаю первое появление Артура Пивченко на телевизионном столе. Такая интересная история, я думаю, нашим зрителям будет любопытно послушать. Это был 2008 год, Чернигов, турнир Ukrainian Open по динамичной пирамиде. Тогда еще 17-летний Артур первый раз попал на телевизионный стол. Но он и сейчас выглядит как бы очень молодо, моложе своих 23 лет. А в 17 выглядел где-то, ну, наверное, лет 15. И после матча его спросили, был первый вопрос от режиссеров телевидения. Мальчик, а мама еще знает, что ты здесь играешь? Такая была шутка. Но на самом деле первое появление Артура, это была встреча с Ярославом Тарновецким, который хоть старше его всего на год, но в то время уже 18-летний Тарновецкий был такой восходящей звездой бильярда. И как сейчас я помню, 5-0 за 45 минут разгромил Артура, вообще практически без шансов.
И после того матча года три Пивченко не мог обыграть Тарновецкого. И помню, была такая достаточно большая у него радость, когда впервые он выиграл у Ярослава. Но в матчах Пивченко-Тарновецкий, я думаю, у нас еще будет возможность поговорить. В том случае, если Артур доведет свой матч до победы, а Тарновецкий обыграет Косогова в следующем полуфинале. Да, у нас, если произойдет предположение Руслана, у нас будет супер просто финал. Артур Пивченко, Ярослав Тарновецкий. Напомним, что он будет проходить завтра, будет двумя сессиями. То есть целый день будет такой ожесточенной борьбы. Ну, конечно, если он будет проходить вот в таком ключе, то не знаю, ли будет ли вообще боевая вторая сессия, или она будет так чисто технически, чтобы сыграть одну-две партии. Да нет, я думаю, все-таки будет в любом случае борьба. Да, но Ярослав так быстро не отдаст, как минимум будет затягивать тем, что будет долго бить. Да я бы, честно говоря, в матче Пивченко-Тарновецкий, ну, я бы никогда бы не брал бы кого-то уверенным фаворитом. И, кстати, очень будет полезно напомнить, что вот мы не раз ссылаемся на Харьков, на просто сумасшедшую игру Артура Пивченко. А вот в финале Артур с Ярославом Тарновецким повел с большим преимуществом там, по-моему. И в конце все-таки Ярослав переломил ход встречи и одержал победу в финале. Поэтому, кстати, здесь, может быть, Артур попробует взять реванш как раз вот за тот финал. Ну, я честно скажу, матч Пивченко-Тарновецкий, там, если начинать считать, кто за что должен брать реванш, да, то, я думаю, это будет такая длинная история встреч. Я беру именно вот Баффало. Ну, я могу сказать, что... Кстати, да, вот сейчас извини, да. А по статистике сколько они у нас встречались и какой именно счет у них? Ты знаешь, не готова сейчас сказать. Именно в премьер-лиге в формате. Надо будет посмотреть. Я думаю, что если будет завтра финал, мы подготовим статистику. Да, если будет финал, мы обязательно расскажем интересные факты. И не только в этом формате, я думаю, затронем и другие какие-то встречи. Кстати, вот у меня сейчас вспомнилась еще встреча интересная была в Киеве. Кубок независимости, когда там первые партии, там или три, или там шесть партий были чуть ли не с Кия. Ну вот это просто какая-то комедия пошла ошибок в этой партии после пяти. Тяжело. Ну вы сами... Это то же самое, что в боксе получить 3-4 вот так нокаута. И это вот примерно сейчас такая встреча. То есть вы должны понимать, что Евгений сейчас как боксер находится вот в таком тумане, который просто очень тяжело понять даже, что делать, что можно противопоставить. То есть идет такое, такие постоянные удары в его сторону, и он даже не может защититься. Ну, это никак не минус Евгения, это вот именно сильная игра Артура. Сейчас, окажись на месте Евгения, любой игрок был бы в таком состоянии и мог бы точно так же себя вести и точно так же ошибаться. Ну, вот еще один сложнейший шар с борта. И даже Артур с верхним винтом смог вывести на активную позицию. Ну, вот шар свой, которым он забил сложнейшего чужого, и вот сейчас намеревается просматривать вот желтым шаром. Это будет один еще такой же сумасшедший шар на верхнем винте, точно так же будет продлевать вперед. Ну просто изумительный удар. Это шторм. Можно сказать, даже идеальный шторм. Ну что, заключительный удар. Здесь уже нет никаких сомнений. Можно, наверное, поздравить Артура. Да, 6-0. 8-5. Не дал нам поговорить об истории. С феноменальным полуфиналом. И со счетом 6-0 выиграл Артур Пивченко. Поздравляем Артура. Поздравляю с победой. Первый вопрос у тебя, что это было? Спасибо. Это был новый кий мой. Мне только что, когда возвращался с чемпионата мира, поломали кий в аэропорту Домодедово. Это Иван Луцкий выслал мне новый кий. И вот его тест. Пока очень удачный. Возможно, я буду им продолжать свою карьеру. То есть это фактически победа посвящаем Ивану Луцкому, да? Ну да, его творчеству, его технологиям и его опыту.
как вообще чувствуешь себя на премьер-лиге Буффало? Вот мы сейчас с Сергеем вспоминали, комментировали. В Харькове тоже у тебя было Сталовым 6-0, примерно в этом же духе. А, кстати, да, я даже забыл на самом деле. Да, я тоже забил очень много шаров. Но тут, конечно, я себя чувствую на этом турнире очень комфортно. Здесь всегда очень много болельщиков, которые радушно поддерживают аплодисментами и всем. Обстановка супер просто, организация супер. И столы, оборудование позволяет, ну, позволяет показывать то, на что ты способен. Такой еще вопрос. Завтра будет финал. Финал будет в Весесе до 10 побед. Когда-нибудь играл в эту игру такие длинные матчи? Ну, мы играли турнир в Перми до 10 побед тоже. По этим правилам был первый турнир пробный. И 10-1 я выиграл там по этим правилам тоже в две сессии. Первую сессию 8-0 я закончил. Что у тебя, ты входишь в историю игры премьер-лиги Буффало. Первый игрок, который будет сыграть два матча до 10 побед в финалах. Отлично. С чем тебя, в принципе, поздравляем. Спасибо. Отличная игра, которая позволяет показывать свои мастерства. Все, Артур, удачи тебе. Спасибо. Спасибо.